Чувашии возобновились рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Представители МВД, Роспотребнадзора и администрации столицы начали ежедневно проверять общественный транспорт, предприятия общественного питания и торговли, парикмахерские. Здравствуйте. Пожалуйста. Вас беспокоит лейтенант полиции Комиссарова. Почему в общественном месте находились без маски? Находиться в общественном транспорте без маски нельзя. Это риск заразиться самим или стать источником опасного вируса для других. Нарушителей ждет наказание. Так получилось, что торопилась на учебу и забыла взять маску. Но обычно соблюдаю масочный режим. Маски необходимо носить в магазинах, в торговых центрах, кинотеатрах. Там, где в одном месте собирается большое количество людей. Кто у вас кассир? На кассе сотрудник, получается, находился с приспущенной маской, то есть без использования средства индивидуальной защиты. За один день мобильные группы успели проверить 30 торговых центров, 6 предприятий общепита и 5 парикмахерских. Выписаны 20 актов о несоблюдении режима. Средства индивидуальной защиты обязаны носить как в общественном транспорте, так и на предприятиях торговли, общественное питание. За невыполнение требований на предприятия или физические лица оформляются акты. В последующем на основании данных актов оформляются протоколы об административном правонарушении и судом выносится само решение о привлечении к ответственности или предупреждении. Большинство жителей столицы понимают, средства индивидуальной защиты необходимы. Когда на улице, я масочку не одеваю, потому что свежий воздух, а когда в помещении, да, я захожу в магазин с масками. Я сама привелась, но все равно какой-то риск заражения существует, минимальный. И чтобы, во-первых, если посмотрят, что я без маски, кто-то подумает, что ему тоже можно без маски. Ну, надо, как положено, надеваем. Я всегда ношу маску в транспорте и соблюдаю дистанцию. В транспорте надо носить, на улице не надо. На этот вот свежий воздух не нужно вроде бы. В местах скопления людей нужно носить. Я уже целый год хожу в маске в магазинах, в общественных местах, на транспорте. И соблюдаю этот режим масочный, чтобы не заболеть. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Сергей Емельянов. Республика.